Гражданка Ливана армянского происхождения Марал Наджарян, которая во время Второй Карабахской войны в качестве снайпера воевала в рядах армянских вооруженных формирований и была взята в плен азербайджанскими вооруженными силами, передана своей стране. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на тренд, заявила представитель Офиса Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Илаха Алиева. По ее словам, сотрудники азербайджанского представительства международной организации посещали иностранную гражданку во время ее нахождения в республике, а также способствовали контакту ливанской подданной с ее семьей. Отметим, что в свою очередь МИД Азербайджана также прокомментировал возвращение боевички Наджарян, взятой в плен в ноябре 2020 года в Лачинском районе. Уроженка ливанского города Бурдж-Хамут Марал Наджарян имеет как армянское, так и ливанское гражданство. Она была задержана в бывшей зоне конфликта правоохранительными органами Азербайджана вместе со своим сожителем, гражданином Ливана армянского происхождения, сообщила пресс-секретарь МИД Лила Абдуллаева. Также отметила, что Наджарян дала показания в связи с незаконным проникновением на территорию Азербайджана и совершением других действий, являющихся нарушением законодательства Азербайджана. В результате гуманизма, продемонстрированного азербайджанской стороной, Наджарян была освобождена 10 марта. Хотим отметить, что она предпочла вернуться не в Армению, а в Ливан. Следует отметить, что в результате обсуждений с российской стороной не удалось отправить Наджарян через территорию России, так как она является гражданкой Ливана. По этой причине Наджарян была отправлена обратно в Ливан через Турцию. Также хотим отметить, что в настоящее время в Азербайджане нет удерживаемых женщин армянского происхождения, подчеркнула представитель МИД Азербайджана.